Привет, привет! Всех с Новым годом поздравляю! Желаю всего-всего самого-самого наилучшего! Успехов во всем, чтобы Новый год был гораздо прекраснее, ярче, позитивнее, успешнее для нас, для всех, чем старый год. И сегодня я хочу показать картины, которые я написала в преддверии Нового года. Это зимние картины. С этой картиной у меня есть мастер-класс, как я разливаю акрил. Точнее, не мастер-класс, а видео, как я разливаю акрил и что у меня потом получилось. Но близко не показывала картину, поэтому покажу. Картина написана масляными красками на холсте. Ну, первоначально был подмалевок сделан акриловыми красками. То есть это интуитивная живопись, так называемая. И уже в потеках краски я увидела свой сюжет. Конечно, это зимний волшебный лес. И так назвала я ее, по-моему, в гостях у Деда Мороза. Наверное, вот у того дедушки Мороза. Вот. Масляными красками потом, очень густыми мазками, дописала картину. Получилась такая яркая, позитивная, объемная, праздничная работа. Может, поближе сейчас еще покажу. На картине изображен, конечно же, зимний лес. Ну и как мне видится, здесь река течет, она полузаснеженная, полузаледенелая, и во льду, либо в воде отражаются все эти елочки. В чем люблю я интуитивную живопись, потому что получаются абсолютно уникальные такие сюжеты, и непонятно даже где что отразилось, но это красиво. Этот Дедушка Мороз тоже родился в результате моего письма, интуитивная живопись. Сначала масляными красками я делала такой хаотичный подмалевок, потом рассматривала его с разных ракурсов, крутила эту работу. Ну и как-то так повернула, посмотрела, и прямо волшебник на меня тоже посмотрел оттуда и думаю, тогда нужно писать Деда Мороза. Такая небольшая работа, написана на грунтованном органолите размерами 20,5 сантиметров на 30,5 сантиметров. Она еще свежая работа. Но дедушка такой получился, прям волшебник, волшебник. Моим детям очень понравился. Сказали, что у нас сейчас домашний Дед Мороз. Появился домашний Дед Мороз. Ура! Кто хочет домашнего Деда Мороза, заходите в мой интернет-магазин. Ссылка расположена под видео.
смотрите. Выбирайте. И всех еще раз поздравляю с Новым годом. Всем счастья, успехов. Всего-всего-всего-всего самого-самого наилучшего. Праздничного вам настроения, чтобы эти праздники прошли просто шикарно у каждого из нас. Всем пока-пока-пока.